Всем доброго времени суток и данное гадание для Наили. Наиля, у вас был праздник личный, вас поздравила коллега, с которой вы работаете, общаетесь достаточно плотно, но в связи с некоторыми ситуациями у вас сейчас на работе, вы очень сомневаетесь, искренним ли является ее отношение, искренние ли были поздравления, и вообще, как ваши отношения с данной дамой сложится дальше. Давайте посмотрим на ваши отношения. Первое, что мы будем смотреть, это искренними ли были поздравления, которые вам высказала ваша коллега. Что думает о вас ваша коллега? Как она себя ведет с вами? Следующий вопрос – это сплетничает ли она о вас где-то за спиной? И каковы будут ваши взаимоотношения в ближайшие 3 месяца? Мы посмотрим. Давайте смотреть, что получилось. Искренне ли поздравила вас коллега? Ну, вот здесь можно сказать, что если у вас были некоторые трения, если вы были в ссоре, то эту ссору она уже для себя отпустила, она уже о ней забыла, но ее отношение стало несколько более холодным, чем ранее. Тем не менее, говорить о хитрости и обмане здесь не приходится. То есть говорить о том, что вас обманывали, улыбаясь вам в глаза, я думаю, это будет лишнее. Что думает о вас коллега ваша? Ну, она считает, что вы достаточно жесткий человек, что вы человек такой, иногда даже жестокий, который с холодной головой принимает решения, внятно их озвучивает и требует их исполнения. То есть она вас даже воспринимает скорее как свою начальницу. Как она с вами себя ведет? Ну, она обычно старается все сделать, то, что вы ей поручаете, как можно быстрее. То есть, в принципе, она быстро реагирует на все ваши вопросы, на все ваши поручения. Вопрос следующий. Сплетничает ли она вас? У вас за спиной. Это ответ нет. То есть, если даже она говорит с кем-то о вас, то она говорит сдержанно, достаточно доброжелательно. То есть у тех каких-то подозрений, которые у вас возникли по поводу искренности ее отношений, по поводу того, что, возможно, она к вам как-то плохо относиться стала, но это все излишне. То есть, в принципе, никаких подковерных войн, насколько пока что видно, не ведется. И каковы будут ваши взаимоотношения, каково будет ваше взаимодействие в ближайшие 3 месяца. Давайте посмотрим. Карта, посмотрите, выпала, ну, как будто бы прямо по какой-то энциклопедии. Хотя, видите, все раскладывала при вас. У вас будут практически идеальные рабочие отношения. То есть вот как положено на работе. По должности, как положено при отношениях в коллективе хороших рабочих, так все и будет. То есть, скорее всего, что я вижу по данной карте, вас женщина воспринимает как начальницу, она исполняет быстро ваши требования, она за спиной о вас ничего плохого абсолютно не говорит, но она переживала по поводу какого-то столкновения у вас произошедшего. И у вас в ближайшие 3 месяца будут великолепные рабочие взаимоотношения. Абсолютно все в норме, бояться нечего, никаких таких перипетий судьбы, никакой подлости, никакого наушничания, никаких некрасивых поступков со стороны вашей коллеги я абсолютно здесь не наблюдаю. То есть
В принципе, этот человек не имеет никакого-то второго дна и ведет себя вполне искренне и естественно с вами. Так что не переживайте. Вам здесь не из-за чего задумываться и надолго погружаться в какие-то грустные мысли. Всем удачи и до встречи!